Это вовсе не выставка рабочей техники, а настоящая подготовка к рабочим будням. Водители самосвалов и тракторов получают задачи. Руководит лично заместитель главы администрации по ЖКХ и инфраструктуре Юрий Куров. Там убрать тротуар и снег, навал. Там метров, наверное, 50. Ночная смена в разгаре. Время суток темное, задачи не те, что днем. До рассвета дорожники должны успеть вывести как можно больше снега. Ночной дозор усилили, к работам привлекли дополнительную технику. Чтобы жители города смогли спокойно выехать на работу и пропарковать свой автомобиль, около 30 единиц техники расчищают город от снега. Минувшая зима была снежной, но сложившаяся ситуация не является чрезвычайной, отмечает администрация города. Сейчас главная задача – убрать снег в значимых местах. Каждую ночь с 11 вечера до 7 часов утра специализированная техника активно чистит социальные объекты – остановочные павильоны, автостоянки. Все работают на полную мощность. Мы понимаем, что весь снег вывести невозможно, но по максимуму его вывести для того, чтобы не получилась та ситуация, которая получилась в том году весною, потому что, вы как видите, погода опять уходит с минуса на плюс, а это очень негативно сказывается на состоянии асфальтного покрытия города. Все-таки максимум вывести снег из города мы постараемся. Уборка снега под жестким контролем. Юрий Владимирович совместно с ответственными от подрядных организаций объезжает место работы. Как выяснилось, уборка идет в штатном режиме. В связи с большим количеством автомобилей на дорогах города днем принято решение работать ночью. Впрочем, и самих рабочих устраивает такой график. А много раз лучше, потому что движения маленькие уже. Что там? Мне нравится, я с колхоза пришел, я и ночью любил работать. По словам водителя трактора, за ночь он успевает отгрузить 50 самосвалов. От такого усердия снег, конечно, не растает, но куч становится все меньше. Снега здесь каждой минуты все меньше и все больше на снегоотвалах. Делать выводы по освобождению города от снега пока рано. На следующей неделе работа продолжится. И ближе к началу апреля можно будет подводить итоги. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, Амир Кедрасов, телекомпания «Арис». Новости.